Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня я подготовила для вас сказку про Маугли. Итак, усаживайтесь поудобнее и слушайте. Давным-давно в джунглях жил тигр по имени Шерхан. Все боялись его, он был жестокий и никого не щадил. В тот день, когда началась эта история, запах добычи привел его на берег реки. Пробравшись сквозь заросли, он увидел плачущего ребенка. «Человеческий детеныш!» – воскликнул Шерхан. «Какая удача! Правда, я никогда не ел ничего подобного, но от такой он аппетитный на вид, что должен быть восхитительным. Сейчас я на славу закушу!» Но только он собрался наброситься на ребенка, как дорогу ему преградили три разъяренных волка. «Еще один шаг, Шерхан, и ты умрешь!» – сказали они. «Здесь наша территория, убирайся!» С тремя волками тигру было не справиться, и он отступил, поклявшись отомстить. Тем временем волки разглядывали ребенка. «Бедняжка, один в джунглях он погибнет!» – сказала волчица-мать. Обернувшись к другим волкам, она добавила: «Я бы охотно взяла его в свою семью!» Усыновить человеческого детеныша непросто. Такие решения не принимаются в одночасье. Каждый волк должен был высказать свое мнение на большом совете волчьей стаи. Ночью, когда над джунглями стояла полная луна, вся стая собралась на скале совета. Кроме волков, здесь были пантера Багира и бурый медведь Балу. Он и заговорил первым. «Я согласен, чтобы человеческий детеныш остался с нами. Он никому не принесет вреда». «Осторожней!» – сказала Багира. «А что, если он потом изменит нам? Когда он вырастет, он может вернуться к людям и привести их сюда, чтобы охотиться на нас». «Надо, чтобы он полюбил нас», – ответила волчица-мать. «Это я беру на себя». «А я», – заявил Балу, – «я научу его закону джунглей». «В таком случае», – сказала Багира, – «я за». Итак, Большой Совет постановил принять человеческого детеныша в стаю. Волчица-мать дала ему имя – Маугли. Прошло несколько лет. Волчица-мать могла гордиться своим приемышем. Маугли рос вместе с волчатами. Он стал умным и сильным и любил волков, как своих братьев. Но он был совершенно любопытен и разгуливал по джунглям, не ведая опасности, которая подстерегает на каждом шагу. «Берегись!» – говорила ему Багира. «Если ты наткнешься на Шерхана, тебе не поздоровится!» «Но у меня ведь есть ты, Багира!» – отвечал Маугли. «Чего же мне бояться?» «Обезьяны тебе не друзья», – твердил ему Балу. «Не водись с ними. Они ленивы, невоспитаны и никогда не выполняют своих обещаний». «Может быть», – соглашался Маугли, – «но они такие забавные». Едва он сказал это, как среди ветвей появилась обезьяна. Она сорвала кокосовый орех и запустила им прямо Балу в голову. Бах! Через мгновение ее и след простыл, а Маугли не мог удержаться от смеха. На другой день обезьяны появились вновь. Теперь их была целая стая. Они пришли к Маугли. «Пойдем с нами!» –
сказали они ему. «Тебе у нас понравится! Хочешь побывать в нашем дворце?» Маугли задумался. Сомнения одолевали его. А вдруг Балу прав, и это западня? Но любопытство оказалось сильнее. Ведь побывать на развалинах древнего индийского города, где жили обезьяны, было его давней мечтой. И забыв наставление Балу, он отправился в путь. Заметив исчезновение Маугли, Балу сразу догадался, что обезьянам все же удалось заманить мальчика в свое логово. Медведь бросился искать Багиру. «Вдвоем, — сказала пантера, — мы с ними не справимся. Обезьян слишком много. Я вижу только один выход — просить помощи у Ка». Ка был огромной змеей, удавом. Он был страшно прожорлив и лазил по деревьям не хуже обезьян. Поэтому они смертельно боялись его. Ка, не раздумывая, согласился помочь Багире и Балу. Они нашли Маугли в глубокой змеиной яме у входа в древний индийский город. «Обезьяны меня обманули!» – пожаловался Маугли. «Я голоден и весь в синяках! Они хотели сделать меня своим рабом и бросили сюда!» Ну а продолжение этой истории вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас посмотрите мультик и укладывайтесь спать. До свидания, спокойной ночи!